Уборка ведется согласно графику по улицам Прибалтийская, Сургутское шоссе, Дорожников, Олимпийская и Бакинская. Завтра техника будет работать на этих же участках, только по другим адресам жилых домов. Тот график, который мы сформировали в октябре месяце, он с 1 ноября начал работать. Вот, и он соблюдается в полном объеме. Единственное, что у нас была небольшая задержка, то есть это по вывозу снега с дворовых площадок. Мы приняли решение выделить дополнительные деньги и данную услугу вывели на аутсорсинг, так называемый, то есть и заключили уже договор с 1 декабря. На вывоз снега вышла сторонняя организация, которая выделили порядка единиц техники, это 2 погрузчика, 7 самосвалов, вот, остальная техника, то есть, пошла на дороге. И я надеюсь, что мы ту задержку, которую, то есть, получили за ноябрь месяц, ну, до конца декабря мы, я думаю, ситуацию выровняем. И будем стараться, конечно, то есть, и зачищать, и вывозить сразу. Большое интервью с главой Когалыма на тему уборки снега в городе смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей. Не пропустите.